Страсти вокруг костного завода в Боровихе не утихают. Несколько лет подряд местные жители жалуются на запах тухлого мяса, который исходит с территории завода и отравляет им жизнь. У многих начался кашель, появились рвота и головная боль. А накануне Новоалтайский суд постановил, что предприятие работает без нарушений. Это возмутило жителей Боровихи, которые рассчитывали на закрытие завода. На следующий день после суда, в эту субботу, они заметили подозрительный слив отходов. Так у них и сейчас, получается, производство вовсю работает, дым идет, и он сливается, все как воняет. И они на суде от этой трубы открестились. Они сказали, что это не наша труба, мы никакого отношения к ней не имеем. И они вывели эту трубу не на сами поля фильтрации, а рядом с ними, понимаете? И в субботу они начали туда сливы, не санкционированы. Жители Боровихи не собираются сдаваться и в ближайшее время намерены обратиться уже в краевой суд.